мама. Да я вижу, уже тут все уже все внутри. Черпной. Кстати, я сейчас еще паспорта проверю. Если кому 16 лет. Нет. 16 еще нет. Сейчас проверю. Приготовь, приготавливайте. Так, спиртное. Спиртное. Сколько у нас спиртного? Дофига. Да внутри. Реки. Уже много, внутри все. Уже внутри. Вы мне голову не морозьте, много. А что, вы пьете? Мы все трезвые. Я не понял, что за одежда, что за форма одежды такая. Ладно, мы исправим сейчас по ходу событий. Ладно, понятые первые, как фамилия Мишка? Рогова Анастасия Валерьевна. Рогова Анастасия Валерьевна. Ты пошла? Нормально, против меня, значит, да? Я спасаю, это я за кирпичом. Валерова. Где так, ага, где живете, проживаете? Зарево проезд. Москва? Город Москва. Да. Москва, это кто-то? Сигнализация. Ой, у нее есть. Москва. Дальше. 408. 408. Не, не 408. А 408 спускай. Нормально, пусть так будет. Не водите меня в заблуждение. Так, 408. Так, товарищ понятой, не водите меня в заблуждение. Дальше, дальше, Москва. Дальше. Юль, не смотри. Дальше. Фоткай. А что дальше? Номер 4. 4. 108, квартира. 108. Когда вас ждать? Я вам поверку пришлю. Так, вторая. Служить пойдешь, Рогова. Фамилия. Музыка Лидия Алексеевна. Музыка. Музыка. Со мной. Лидия Алексеевна. Музыка на. Со мной. Подожди, не перебивайте. Дальше. Что, адрес? Да. Улица. Город Мытища. Москва. 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 Замкадыш. Не местный. Замкадыш. Слушай, сейчас Калужская область. Она уже Москва, господи. Там наш там. Давай дальше. Мытищи, что там? Мытищи, да. А вы не тыкайте, товарищ милиционер. На вы, пожалуйста. На вы, пожалуйста. Товарищ полицейский. Стали и фамилию отчество сказали. Кто имеет слово, если на виде можете, я приму лично заявление у себя в кабинете. Город Мытищи, да. Улица Лётная. Улица Лётная. Дом 46. Дом 46. Корпус 3, квартира 8. Не, корпус 3, квартира 8. Когда после 10 я свободна. Так, в общем, я свободна после 10. Согласны с протоколом? Не согласны. Здесь подпись надо поставить. Итак, зачитываю. Я инспектор, стриптизер, старше 16 баллов. Согласно моему полномочию о проведении санкционированного мероприятия девичник и ориентировки подруг. Кстати, на тебя подружки кто-то, блин, понимаешь? Настучали! Задерживаю невесту Кормерчук или Кабанова. У него. Кормерчук! Напиши Кабанова уже. Анна Петровна. В ходе досмотра места и транспортного средства было выявлено. Косяк забитый одна штука. Спиртного много. Правильно я говорю? Да, да! Так, с протоколом согласны, не согласны? Расписывайся. Согласны. Расписывайся, что делать? Все, а что делать, Ань, все. Согласна. Все, уже не отмазывайся. Не отмазывайся, Ань. Вот казную давай. Скажи, нет, протоколом ознакомлено пиши. И не подписывайся. Уже все расписали. Все, блин. Да вот, каким ознакомлено. Ты тут написано невесту, Карамчеву, Кабану. Протоколом ознакомлено. С протоколом ознакомлено, значит, вот так вот. Ознакомлено, так вот мы замуж выходим, да? Ой, обалдеть, сейчас я вам все предоставлю, документы. Давайте, так, здесь распишитесь. Понятые распишитесь. Понятые, расписываемся. Налейте товарищу полицейскому. Полицейский товарищ за рулем, аккуратней. За каким рулем? Фиксация запрещена. Блин, я мне кажется не пила. Да, да, давайте меня, заберите меня. Сейчас мы заберем. Где галочка? У меня права с собой. Мне кажется, вам жарко. Так. Понадобится. Это что такое за шипение в эфире? Так, держи. В общем, это пока у меня будет. В общем, она арестована. И вы, девчонки, попали, потому что сегодня ее девичник! Полицейский, подождите, у меня тут такое задание, меня
фототься с двумя блондинами. Обалдеть. Дочь, пригодись, ну пожалуйста, ну это фото. Обалдеть. Ну пожалуйста. Аля у нас не... Это один блондин. Ну не важно. Я должен сигареты и с усами. Косяк, дай ему. Задание выполнено наполовину. Молодец. Всех налито. Ладно, Аташ, где тут музыка погромче включается? Над головой. Хочу бы сделать. Сейчас он погромче делает. Чему нас учили, да? Прям на ухо, хорошо, да? Обалдеть можно.